даем милицию. Они много нам помогали. Сам начальник милиции краевой УВД приезжал в Потеряевку, Вальков. Я забыл его как-то, Владимир Алексеевич или как. Они нам много помогали, вот эти органы, на них сердятся, а нам помогали все. Поэтому сегодня 10-е, а 15-го будет у нас торжественный день Потеряевки. Вот и все, пошли. Дальше. Милиция нужна, она нас бережет с помощью Божьей. Вон, покажи там защитникам правопорядка.